Указ президента железнодорожники исполнят за несколько дней и запустят остановленные пригородные поезда. Напомню, вчера Владимир Путин резко раскритиковал Министерство транспорта и Российской железной дороги за отмену электричек во многих регионах России, в том числе и в Нижегородской области. Люди, когда их отменили в январе этого года, выходили на стихийные митинги и заявляли, что оказались отрезаны в своих деревнях, так как электрички были основным транспортным средством. На просьбы жителей тогда железнодорожники спокойно отвечали: денег нет, электричек не будет. Но стоило вмешаться президенту, как все сразу нашлось. Мы готовы вернуть все ранее отмененные маршруты. Вчера мы запустили процедуру расконсервации подвижного состава. Готовы к выходу в рейсы, значит, машинисты этих электричек. Мы ожидаем, что оптимистично до конца недели все маршруты будут восстановлены. Почему именно президенту нужно было вмешаться для того, чтобы вернуть? Я не могу комментировать.